Поддержка инновационных проектов и вопросы модернизации региона стали основными темами рабочей встречи в Рио главы республики Олега Николаева и заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных. Стороны обсудили механизм реализации комплексной программы развития региона. Республика берет курс на более плотное взаимодействие с федеральным центром. Масштабные инвестиционные проекты улучшат предпринимательский климат. Появятся сотни новых рабочих мест. Регион показывает достаточно устойчивое положение с точки зрения промышленного производства, да, по сравнению с среднероссийским. Мы видим, что там еще больше ставите амбициозные задачи. Здесь, безусловно, нас только радует, и мы, так сказать, всегда готовы подставить плечо. Закрепили там порядка 3-4 проекта. Мы прям кураторов закрепили за каждым из директоров департаментов отраслевых внутри министерства. Задача простая – повысить эффективность используемых средств, которые выделяются. Вместе большие дела делаются легче и проще.